девушка. Девушка, а как вас зовут? Да. Люся. Люсенька? Скажите, Люсенька, вы, наверное, в салон красоты ходили? Да. Да, а что заметно? Ага. Еще как! Там, наверное, закрыто было. Или не пустили. Ехал как-то Илья по дороге. Ну, как-то так. О! Видит камень на развилке. А на камне написано: налево пойдешь, голову сложишь. Направо пойдешь, коня потеряешь. А прямо пойдешь, дураком станешь. Подумал Илья и поехал прямо. Но! День к вечеру. Заехал Илья на ночлег к бабе-яге. Та его накормила, напоила и спрашивает: где спать-то будешь, Илюшечка? Где место есть, бабушка? Можно со мной. Либо с моей дочкой. Ну, либо один на сеновале. Посмотрел Илья на бабу-ягу, прикинул, какова у нее дочка, и решил пойти на сеновал. Утром выходит Илья во двор, видит, девица идет, красы неописуемой. Здравствуй, добрый молодец. Красная девица. Кто ж ты будешь-то такая, а, красавица? Я? Да. Дочка бабы-яги. А ты кто? А я дурак. Ой, дурак. Тут и сказке конец. А кто слушал, молодец. Все-таки беспокоит меня в последнее время Гондурас. Правильно? Мне надо было его чесать. Что случилось, инспектор? Лейтенант Затевайка, здравия желаю. Документик, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Ну что, употребляли? Да ну что, я же за рулем. Ага. Сейчас. Так, давайте-ка, трубочку дыхните-ка. Пожалуйста. Так. Не понимаю, что это привод, что ли, у меня что-то сломался. Сейчас. Нормальный у тебя прибор, лейтенант. Я 12 лет уже алкоголь не употребляю. Язва.
Что? Конечно, 12 лет ему язва. Я сам видел, как вы из ресторана выходили. Из ресторана шли. Просто сегодня моя очередь отвлекающий маневр делать. Самосадик я садила, О, слушай, я тебе так скажу. Я вот не признаю все эти нововведения. Знаешь, фосфаты, сульфаты, нитриты. Нет, я по стариночке. Из-под коровки выгребла, водичкой развела, полила. Люблю смотреть. Фу. А что фу-то? А у меня вон какие красавцы уродились. Нюсь, ну вот слушай, ну вот как тебе удается? Гладкие, ровные, красные. Захожу я в теплицу, раздеваюсь. Как? Догола. И вот они краснеют, глядя на меня. Красавцы. Надо попробовать. О, Летуся, ты прелесть. Проходи. Ну, что, как эксперимент с помидорами? Пока никак. Ну, а огурцы? Вдруг как поперли? Как поперли? Да ты че? Наливай. Минуточку. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а у вас есть какие-нибудь гормональные противозачаточные? Ну, или на худой конец презервативы. Вы знаете, на худой конец вчера все вьетнамцы разобрали. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Опа. Здравствуйте, я ваш новый шофер. Как фамилия? Меня зовут Леша. Меня не интересует, как тебя зовут. Я своих водителей всегда называю по фамилии. Так как твоя фамилия? Я думаю, что вам будет неудобно называть меня по фамилии. Меня не интересует, что ты думаешь. Как фамилия? Моя фамилия – Любимый. Как? Любимый. Хорошо. Поехали. Леша. Назову же так человека. Ой, мама! Мам, пап! Я женюсь! Ой, сынок! Ванька, Ванька! Сынок-то вырос! На ком? На Наташке! Со школьной улицы. Ой, да. Хорошая девочка, хорошая. Вот что, мать, погоди радоваться. Мне с сыном поговорить надо. Иди, 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 поговори, Габаська. Иди. Идем. Ой. Сынок, понимаешь, я очень люблю твою мать. Но дело в том, что в молодости я пару раз полюбил и маму Наташи. В общем, ты не можешь на Наташу жениться. Она твоя сестра, понимаешь? Только маме не говори. Мама! Папа! Пап, я женюсь! Ой! Опять? Ой, сыночка! Да. А на ком? На Свете. Ой, из дома напротив. Хорошая девочка, хорошая девочка. Подожди, мать. Ну, пойдем, сынок, поговорить нам надо. Иди, сыночка.
Поговори с папой, поговори. Сынок, ты меня, конечно, прости, но дело в том, что в молодости я полюбил и маму Светы тоже. 3 раза. В общем, Света тоже твоя сестра. Мама! А! Папа! О, господи! Я женюсь! Опять? Да! Опять! На ком? На Кате! На Кате! На Кате! Я женюсь на Кате, которая на отшибе живет. Она худущая! И что? Не радуйся, мать, раньше времени. Пойдем, поговорим. Сынок! Сынок! Да, сыночка! Петрушенька, что случилось? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что случилось? Что случилось? Ничего! Как ничего? Ничего, мама! Это переходит все границы! Ну что случилось-то, божечки? Я не могу ни на ком жениться! Да почему же это? Потому что папа, он отец всех девушек в этом селе! Все, сыночек. Да мы можем жениться на любой в этом селе. Думаю, Сюльничка, может, это им-то и отец. Но ты-то уж точно не его сын. Мама! Жил-был у бабушки серенький козлик, жил-был у бабушки старый козел. Что опять произошло? Что-что? Я сегодня ребенку чуть утренник не сорвала. Ты каким образом? Ну, накануне позвонила воспитательница. И знаешь, так настоятельно, все родители должны быть в масках. Правильно, маски продаются в любой аптеке. Вот. И все были такие же умные, как ты. Одна я, как дура, в маске зайчика пришла. Эх, Юрич, отстали вы в своей деревне от жизни. То ли дело наша деревня. Вот смотри. Год назад автобус до нас пустили. Да, раз в месяц приезжает. Автолавка, опять же, каждую неделю приезжает к нам. Да, цивилизация. Что еще? Электричество к нам провели. Вот. Около клуба целых 2 лампочки горит ночью. Светло, как днем. Прогресс называется. Понял? Вот так вот. Да так-то оно так, Кузьмич. А-а-а. Прогресс, он налицо. Да. У нас тут давеча тоже серьезное событие такое, торжественное в деревне было. Какое? А у нас на берегу озера химический завод открыли. Да. Ну, вонище, конечно, страшное. О. Зато на озеро приходишь, с рыбами поговорить можно. Рабы мои! А я чуть не поняла! Что такое-то тут, а? Ха. Я ж говорила, на работе не курить! Ответа не слышу! Петя!
Так. А кто здесь работает? Мама, в этот раз у вас такие чудные пельмешки получились. Ой, мама. А то. Просто пальчики оближешь. Язычок проглотишь. Нет, точно. Маша, похлопай! А, браво, Надежда Ивановна, браво! Мама! Оксан, извини, задержался. А, опять, да. У тебя на первом месте всегда футбол, я на втором. Что ты такое говоришь? На втором месте у меня хоккей, а на первом месте у меня действительно футбол. Да. Видишь ли, Сидоренко, как тебе объяснить, рядовой? Ты же у нас в части, ну, как бы это, ну, немного, ну, того. Понимаешь, да? Ну, а что делать? Вот. Помнишь прошлогодний учение? Так точно, товарищ. Вот, лучше не вспоминать. Так точно, товарищ. Вот. Поэтому мне поручено провести с тобой учение с боевой гранатой. Вот, ну, как бы так сказать, в индивидуальном порядке. Готов, Сидоренко? Сидоренко! А? Готов! Так точно, товарищ прапорщик. Вот это боевая граната. Боевая, понимаешь? Так точно, товарищ прапорщик. Молодец. Значит так. Берешь гранату, складываешь усы, вытягиваешь кольцо. Граната начинает шипеть. И ты ее бросаешь. Понятно? Так точно, товарищ прапорщик. Молодец. Ну, держи гранату. Выполняй. Что, товарищ прапорщик? Тяни кольцо. Ну, молодец. Ну, тяни. Молодец. Давай, колечко. Шипит? Шипит. Ну вот. Бросай! Дерзите, товарищ прапорщик! Любимая, любимая, солнышко мое, лапушка моя, цветочек мой. Я так рад, что через какое-то время меня все-таки выпишут. И мы с тобой вдвоем по весенней аллее в припрыжку побежим. И я буду идти рядом с тобой, с самой прекрасной женщиной на свете. Боже, ты не ходишь, ты паришь. Я люблю тебя, ты... Юрочка, тебе нельзя нервничать. Я не нервничаю, я влюблен, ты цветочек мой маленький. Ты тростиночка моя на ветру, я обожаю тебя, я люблю тебя. Нежная, любимая, восхитительная. Господи, эти стройные ноги, это прекрасное тело, твои нежные руки, цветочек мой, красавица, красивая, любимая, нежная, дорогая, милая, родная, любовь моя, я люблю тебя, люблю тебя. Так, и давно у него бред начался? Нет,
Юрочка, у тебя мои. Юрочка, не бредит, Юрочка, теперь. Я тебя люблю. Так, спокойно. Сейчас я позову сестру. Не паникуйте. Здравия желаю, товарищи солдаты. Здравия желаю, товарищ генерал. Ну, посмотрим, как готовы родине служить. Живот прибери. Это что, кепку опусти. На кого похож, товарищ солдат? Ну что это? Что за огород, а? Ну что? Живот прибери, кепку опусти. Так, почему ботинки не чищены, а? Что это? Каждый солдат, став поутру, должен привести себя в порядок. Кого защищать собрались, а? Родину или коров пасти? Где такого солдата берут, а, вообще? Ну, что это такое? Ремень подтяни. Так, что это? А? Ух, кепка пусти, два пальца. Как фамилия, рядовой? Рядовой Бабушкин. На кого ты похож, убожище? На бабушку Галю! Ну вот, совсем другое дело. А? Ну, товарищи солдаты, что ремень-то потянула, как глиста? Ну-ка, разверни ремень. Живот, покажи живот, где живот, а? Ну-ка, кепочку, вот, а? Хорошо. Ишь ты, кепку подними, на затылок, хорошо. Солдаты, вы где? А? Ну вот, хорошо, совсем другое дело, вот так. Вот, правильно, вот, ну-ка, ослабни. Ослабь ремень, покажи. Солдат или... О, хорошо. Ну, молодец. Молодец. Красавец. Эх ты. Правильно. Вот, молодец. Хорошо, хорошо. Ну-ка, как можно поправить. Вот так. Воротник расстегни. Хорошо. Тоже расстегни. Молодец. Отлично. Вот это другое дело. В разведку с такими солдатами.